знаю, видите вы результат или нет. Но я похудела на 1,5 килограмма точно. Может быть, уже почти на 2. Ну, давайте считать на 1,5. Кстати, сегодня я пришла заниматься первый раз в жизни на голодный желудок, потому что вечером у меня будет день рождения у Лизы, поэтому я с утра не буду есть, я, наверное, постараюсь начать кушать только в 2 часа. Да, 2 часа начать кушать, потому что там в 3-4 нужно уже быть на день рождения и начинать обжираться. Поэтому в это время я должна закончить есть, если начну с утра. Поэтому сдвинем, и получается так, что выходит уже 23 часа я буду, 22 часа я буду без еды, и еще на эти 22 часа я наложу тренировку, то есть это самый пик сжигания жира, когда ты на интервальном голодании столько времени, когда у тебя голод. И плюс еще будет тренировка, то есть, мне кажется, должно вдвойне сжигаться мои жиры, вот эти жиры. Понятно? Куда едем, Саш? На день рождения. Кому? К Лизе. К Лизе. Толик. Сколько сюда? 13. У нас нет денег. Мама, там площадка. Да, на площадку пойдем. Ты их видишь? А, вот, вижу. Я получу жемчужину. А сейчас иду я. Привет! Приветики. С днем рождения тебя. Мы тебе дарим ребенка, забирай его. Забирать? Нет. Это мой детеныш. Ура! Так, куда нам приземляться? Сиськи! У кого? О, охереть! Поцелуйчик дай. На день платим мне, что Все ваши мечты совместные сбываются, и не совместные тоже сбываются. Успеха тебе в учебе, в работе, карьерного роста и всего-всего самого. Ура! С днем рождения! Молодец, хорошо сказала, как репетировала. Любимая моя. Репетировала. Как репетировала. Забери голос. Попался, видимо, речки с папой со своими. У него, короче, пересекли на мужские грибки. Они пошли к дерматологу вчера. У них атопические дерматы, аид какой-то. Разденьте шторы. Еще потемнее, чтобы мусора не выкупили, как Борю Коника, что ли. Рисовать? Маша мне сказала. Так, все, поехали. Так. Можно не спрятать? Для Лизы поставили песню. Саша прыгает на батутах. Мы идем снимать. Стояли мои старики, незаметно, как это бывает. И уже щита легкой руки маму бабушкой всех называет. И все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще повоюем. К лицу седина и морщинки с лучами косыми, и я ваши возьму имена,
чтоб назвать ими дочку. Золотые конфетки. Саша, не надо сильно кричать. А то соседи будут ругаться. Папа! Ребят, иду с работы домой. Как же чудно блестит мое лицо. Просто превосходно. Очень подчеркивает мой красивый нос. Заказала. Я, короче, ну как вы знаете, пошла на работу немножечко немножечко в уставшем состоянии. Так скажем. В общем, мне было плохо. После вчерашнего. Сначала я проснулась, мне было просто чудесно. Потом мне становилось потихонечку хуже, и когда я заказала, короче, себе солянку, салат еще нормально я поела, салат Цезарь, солянку и роллы, короче, обожралась, решила обожраться. Да, мне очень хорошо видно, да? Очень чудно меня видно. Вот, я вам все равно расскажу. Я поела солянку, она была очень вкусная, очень жирненькая, мне стало очень плохо. Я хотела блевать, но мне нельзя было блевать, что я была на работе. Я только поела солянку, и когда я блюю, у меня все серьезно, все из носа, и просто я через нос блюю. Это ужасно. Короче, я не так и доела роллы. Иду домой. Фу, сегодня был тяжелый день. Всем доброй ночи, ребят. На телефон прятать, пока мне его не отняли. Так, сегодня я опять работаю на набережной. Посмотрите, какой гигантский донар. Я видела, люди ходят с ним. Я так хотела попробовать, но он просто огромный. И кофе тоже огромное с Макдональдса. Вот здесь, кстати, не успела заснять. Вот здесь трубки идут, видите, торчат всякие вон там. Вот эти штучки вот отсюда. Идет какой-то пар. Во, видали? Тут плохо видно, вот тут вот. Это что? Это, кажется, от коронавируса что-то. Господи, бред какой-то, конечно. О, дождик, зато приятно. Может, это цветы поливаются, вон те, искусственные. Не знаю. В общем, пожелайте мне приятного аппетита, и вам тоже приятного аппетита, если тоже кушаете. Всем привет, ребята, я на работе в спа-центре. Это мой обед на сегодня. Я кушаю до 3 часов, после 3 не кушаю. Это лапшичка быстрого приготовления, но необычная, там какая-то особенная сейчас. Размешаю, уже пробовала, очень вкусно. Шоколадка и чаек на травах. Здесь у меня шиповник и немножечко жасмина. Сейчас я снимаю редко и мало не хватает у меня времени. Я вообще ничего не обрабатываю, наверное, потом выложу все в одной куче. В следующий раз буду снимать... А в субботу, когда столиком пойдем покупать ему одежду, в этот же день у меня будет губы. Буду колоть губы, да. Ничего не скрывают вас, ребята, ничего. Хорошее место работы, все мне тут нравится, все классно, все круто. А вот с
набережной я буду уходить, потому что мне там не нравится. Знаете что, давайте я сейчас поставлю так. Во-первых, не можешь сходить никуда в туалет нормально. Вечно клянчишь у всех туалет. А в кафе заходишь, как бич просто какой-то, на тебя так смотрят, опять эти ходят в туалет. А куда, извиняюсь, ходить в туалет? Вот просто ты сидишь там 16 часов, не меньше. С 9 утра до 12 ночи, до сколько? Ну, короче, где-то так, примерно. Извиняюсь, никаких условий нормальных нету. Ты просто постоянно сидишь, просишь, что можно, пожалуйста, выйти в рацию. И все это слушают, капитаны всех кораблей, все охранники это слышат в рацию. Они спрашивают, куда? В туалет, блин, куда? Нет, мне такое не нравится. И вообще там все не такое, как старое оборудование. Сидишь вот все так... Нет, экономия на сотрудниках. Мне такое не подходит, я не буду там работать. Сейчас я работаю без выходных постоянно, уже не знаю сколько дней. Один у меня был перерыв, один день выходного, я отмечала, ходила на день рождения к двоюродной сестре, но я там, естественно, набухалась, и мне было плохо. Можно сказать, не отдых. Вот в субботу тоже у меня будет у меня выходной, но он будет с утра, мы едем в Горизонт покупать только одежду, может быть, купим кольца, но это не точно, потому что сейчас нас на кольца не очень хватает. Если можно будет взять рассрочку, мы возьмем кольца в этот день. Короче, только одежду, кольца, а потом я иду делать губы, а потом вечером я работаю, делаю ногти человеку. Ну-ка. Так, спать хочу, неплохо. Неплохо, можно поесть. Так, ребят, нужно мне есть быстрее, потому что уже скоро время мне голодать. Как-то так. Короче, я выложу все в одну кучу. Наверное, 3 видео буду выкладывать через день. Ну, попозже, там, ближе к августу, к середину августа начну нормально все выкладывать. Я такая бледная, ни бровей, ни ресниц, ничего. Ничего, скоро все исправим. Thank you.